Всем привет, снова здравствуйте. Давайте в этом видео рассмотрим, как сделать простой папирус. Ну, мало ли кому-то нужно будет мумию делать или египетские какие-то там мотивы. И вот вопрос, как это сделать и по-простому, да? Простой вариант такой, сейчас замутим. Так, открываем цилиндр. Вытягиваем его. Опять Edit, Make Polymesh, и вот посмотрим, что у нас тут есть, как все расположено. И немножко все это дело уменьшим. Зайдем в Geometry, Size, сделаем все это дело поменьше, делаем Move. Все это дело убираем вот сюда, в бок. И теперь давайте его вытянем. Вот так вот вытягиваем. Смотрим, что получилось. Делаем его чуть-чуть еще поменьше. Вот так. И опять чуть-чуть вытягиваем. Все, в принципе, пойдет. И теперь заходим в кисти и нажимаем вот эту Curve Letter. И чуть-чуть порисуем. Что-нибудь прикольное сейчас, если получится. Так, вот такая штука у нас вышла. Так, жмем теперь на модель. Снимаем вот эту курву. Заходим в саптулы и делаем сплит, сплит to parts. Жмем ОК. Вот такая деталь у нас получилась. Жмем ротацию и вот так вот ее повернем. С помощью мов установим как надо. Вот так вот. Так, давайте теперь ее на низ перенесем. Сделаем дубликат. Делаем ротацию. Вот так вот. И с помощью мов установим вниз ее вот сюда. Опять же посмотрим, чтобы она ровно стала. Так, с этим мы закончили. Опять возьмем вот эту кисть, вот эту Curve Letter. И теперь сделаем навершие. Можно даже от этой тумбы опять плясать. Все это дело скроем и попробуем опять. Так, вот такую сделали. Жмем опять на модель и опять жмем Split, Split to Parts. Жмем ОК. Переключаемся опять на нее. Включаем все саптулы. И опять поработаем ротацией. Вот так ее переведем. И с помощью мов вот так вот установим наверх. И немножко опять ротации. Так, установили. Отключаем прозрачность и делаем дубликат. И опять же все это дело делаем ротацию. Так, немножко поработаем резкой.
Вот так вот установим и вот здесь вот так вот чуть срежем. Ничего так прикольная болванка получилась. Вот такая заготовка у нас вышла. Так, смотрим, что да как у нас тут все установлено. И давайте всему вот этому сделаем симметрию. Все это дело объединим. Жмем Merge Down. Ставим автоматически и погнали. Так, все, мы это дело объединили и теперь делаем симметрию. Заходим в геометрии, жмем Mirror and Well. Так, вот такие две тумбы у нас есть. Теперь можно добавить уже будет и бумагу. Открываем опять цилиндр, наверное. В принципе, бумагу можно делать однообразно, ну, в смысле вот с этой тумбы. Но если потом кто-то будет делать, допустим, плетенку какую-то там, изгибы, то пускай отдельно будет у нас держаки, а отдельно будет бумага. Так, переключаемся на нее и все это дело опять же с помощью MOV перетаскиваем вот так и с помощью геометрии size уменьшаем и вытягиваем. Смотрим, как он у нас подошел вот под эти боковинки. Можно еще чуть-чуть ее уменьшить и немножко ее чуть-чуть прибавить. Так, повторим теперь Modify Topology Mirror and Well. Снимаем прозрачность и поработаем теперь над самим папирусом, над самой бумагой. Как все это делаем? Включаем Append и жмем куб. Вот так он у нас установился. На него переключаемся. Заходим в геометрию. Опять Size. Опять его подгоняем вот так вот. Делаем плоским. Вот таким потоньше. И немножко его вот так вот растягиваем. Так, все это дело у нас получилось, но теперь нужно еще его чуть-чуть расширить. Жмем MOV, вот так вот убираем. Опять же подгоняем вот именно по задней стороне. Вот пусть у нас будет вот эта задняя сторона. И вот здесь ее будем давайте фиксировать. Так, вот эту часть уже, плоскость можно убрать. Вот так. Тумбы можно отключить и уже вот здесь вот регулировать. Вот так. Попробуем ротации немножко поработать. Ставим маску, включаем ротацию и вот так вот чуть-чуть все это дело пригибаем. Снимаем маску и вот сюда теперь опять это дело все загнем. Ставим опять ротацию. И вот так вот все это фиксируем. Так, ну и давайте теперь сделаем Dynamesh. В геометрии заходим, жмем. Сначала посмотрим на сетку и теперь жмем Dynamesh. Так, немножко вот здесь вот подрежем края вот таким образом и, наверное, поработаем MOV Elastic.
Поставим вот так его побольше. И вот так все это дело подкорректируем. Так, теперь все это дело немножко давайте порежем. Ctrl-Shift. И выберем какую-нибудь кисть. Ну, я думаю, наверное, вот эту вот Trim Curve. И вот так вот ее с помощью Alt повырезаем чуть-чуть. Так, смотрим сетку, делаем Ctrl-W и немножко давайте еще сделаем Dynamesh. Так, отключим сетку, включим все наши сабтулы. Вот таким образом. И вот теперь посмотрим, что можно нанести вот сюда. Заходим в текстуры, открываем какую-нибудь текстурку египетских мотивов. И вот это все дело сейчас попробуем нанести. По прошлым видео делаем все простенько, незатейливо. Так, какой-нибудь папирус путь не выбрать надо. Ну вот, допустим, вот этот. И текстурку теперь все это дело подгружаем. Нажимаем на этот значок. Lightbox отключаем. Картинку чуть-чуть вот так вот уменьшаем. Подгоняем ее вот именно под нашу вот эту вот картинку. Под нашу модель. Сделаем немножко прозрачно, посмотрим, как попадаем. Вот так вот сделаем посерьезнее рисунок, поярче. X, Z нажимаем, отключаем все это дело. И переключаемся на стандартную кисть. Ставим RGB, Z отключаем. Draw Size ставим побольше и немножко вот так вот порисуем. Заходим в маскинг, жмем Mask B Color, Mask B Intensive, заходим в сабтулы, отключаем вот эту кисть и заходим в деформацию. Вот так вот. И попробуем сайзом немножко поработать. Смотрим, как что получилось. Снимаем маску, вроде все нормально. Прикольно так все смотрится. Заходим в сабтулы и включаем все наши сабтулы. Так, теперь все это дело объединим. Мердждаун. И вот такой у нас папирус получается. Быстренько. Простенько, ничего тут такого. Вот такой папирус получился.
Ну, ничего так выглядит. Можно еще над ним поработать, трещины добавить, где-то сколы, где-то пристарить, где-то проработать какие-то вот эти вот моменты, сделать рисунок, наложить цветной. Ну, в принципе, и будет и неплохо. Все, всем пока, до свидания.